Ну, петунья как цветет красиво. Здравствуйте, мои хорошие девочки, мальчики. Тут уже отцветает. Гвоздичка красивая, конечно. Тут петунья цветет. Цемент лежит. Бархатцы. Стройка. Ну и зайдем ко мне сюда в огородик. Распустилась мальва. Тут помидорки. Посмотрите, какие они уже. Огурчики, горошек, горошку хорошо на солнышке. Тыквочка тянется. Свеколка, листики какие у нее хорошие, тут уже огурчики, земляничка, ягодки на ней уже красные такие. Растет. Ремонтантная, хорошая, сладкая. Мне понравилось. Вообще вель уже семена дал. А здесь трех уровневый лук, тоже семена вот дал. Такие вот семянышки, их надо грядку сделать и рассаживать. Помидорки такие вот тоже маленькие, красивые астрочки. Чернушка, семена будут. Бутончик, чернушка. Я его уже прошлый год насеяла. И вот такой вот он получился густой. Ранний. Цинния уже начинает распускаться. Здесь тоже молоденькая цинния. Розочка. Тут уже отцвела, я убрала. Как красиво они цветут. Тут помидорки. Кустик отцветает. Был нынче весь белый, очень красивый. Георгин. Яблочки. Первый год. Ну и, конечно, зайдем
в огород, ко мне сюда в тепличку. Что у меня тут? Огурчики. Огурчики растут. Видите, какие плети. Наросли. Вот какие большие. Надо уже... Я уже срывала, салатик делала. Вот такие большие. Вот огурчик. Большой. Растут помаленечку. Как красиво они цветут. Красиво цветут. Птицы поют. Слышите? Вот так вот у меня в тепличке. Все потихонечку растет. Розочка. Здесь помидорки на улице. Они одинаково посаженные, что в теплице и что на улице. И на улице они не вытягиваются. Кустики маленькие, миниатюрные. И корень, конечно, ствол такой толстый, хороший. Можно такие садить. Мальвочка. Здесь бордовая мальвочка. А вот это, наверное, будет розовая. Посмотрим. Подсолнушек растет. А здесь подсолнух медвежонок. Вот начинает уже зацветать. Первый раз они у меня нынче яблочки вот эти вот. Наверное, будут. Это позднеспелые, они желтые должны. Малинка. Горошек. Тыквочки прямо вьются на вишенку. Все полезло. Вот это лимонник, листики тоже вьюн. Интересно, ползет такой. Листик срываешь, вот так вот его потерешь, лимоном пахнет. Он так и называется, лимонник. В чай добавляешь, очень вкусно.
красная смородина. Кустики. Тут салат. Кабачок. На этом все, мои хорошие. Всем пока-пока. До новых встреч!